Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я сходил на почту, забрал очередную посылочку, и сейчас мы ее с вами распакуем. К большому сожалению, тетрак номера, которые указаны на посылке, у меня нигде не отображены, поэтому для меня, как и для вас, сейчас будет сюрприз, что здесь лежит. Хотя, наверное, вы в описании и в названии видео знаете, что за секрет таит в себе эта посылка. Давайте вскроем, посмотрим. Вот такая вот посылка неожиданная. Это беспроводная мышка. Покупал я ее. Была какая-то распродажа. Вот так вот выглядит. Как она открывается, я пока не могу определить. Вот так вот. Выглядит она внутри. Здесь у нас есть передатчик. Обзор я обязательно выложу на канал. Хотя, честно говоря, я ожидал, что придет ко мне совсем другая вещь. Даже приготовился, сделал записки. Стоимость я вам сейчас не скажу, но на экране вы обязательно увидите, сколько стоит эта мышка, сколько она шла. Вот так вот она защелкивается. Очень оригинально достаточно. Давайте посмотрим поближе. Вот такая вот посылочка, неожиданная. Обзор на нее я обязательно сделаю. Качество, скажу честно, так себе, потому что прям где-то вот в таких местах, вы видите, да, то есть видно неаккуратность вот эта вся. Но стоит она копейки. Сколько проработает, столько проработает. Бог с ней. Посмотрим, как вообще она в работе. И стоит ли ее вообще покупать. Ссылка на нее будет в описании к видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Алексей. Пока-пока.